Ногу пришиваем вот таким вот образом. На самый край сюда укладываем вот эту вот заднюю часть, точку вот эту. Укладываем ногу так, чтобы она была на одной линии вот так вот с передней ногой. Вот так вот по прямой. Вот они смотрелись бы на одной линии. Вот здесь укладываем с краю вот так вот подальше сюда на край. Ну, так, чтобы не выступала назад, конечно. А здесь вот она должна, когда мы смотрим сверху, вот пройти вот так вот наполовину вымени. Вымя выглядывает вот наполовину. Из-за ноги виднеется половина вымени. Вот так укладываем ногу вот так сюда. Даже немножечко вот эту часть вверх вот так направляем. Вот. Вот эта нога, вот эта вот часть должна чуть-чуть вот так под таким легким наклоном идти внутрь. И как и вот эта тоже вот согнутая часть вот так немножечко уходит внутрь. А вот это укладываем вот так. И потом еще сделаем вот так вот, приподнимем чуть-чуть ее вверх. Вот так. Вот это если ровно. И теперь ее чуть-чуть вот так вверх приподнимаем, зацепим вот тут с краешку и слегка закруглим таким полукругом. Вот так вот полукругом ее надо пришить. С этой стороны вот ее пришиваем немножечко, не доходя до вымени, вот так на один ряд будем пришивать вот так сюда. То есть, когда будет пришиваться нога, потом мы ее пришиваем вот тут вот, возьмем повыше вот в этой части, вот так напротив, как она лежит. Вот тут. И так ее и будем пришивать вот тут. Вот так в этой точке пришиваем. Вот так по кругу пришиваем ногу теперь. Заправляем нитку в иголку. Заправили ниточку в иголку. Теперь вот тут, где эта булавочка у нас есть, мы вот так вот укладываем, откуда выходит ниточка, вот в ближайшую дырочку и заводим иголку. Так, чтобы вот этот узелок ушел в эту дырочку. Дальше захватываем основание столбика следующего. Вот так на ноге. И основание столбика здесь на туловище. И так по кругу пришиваем теперь, захватываясь следующее за ним и следующее здесь. Вот здесь сзади уже подходим, когда к повороту. Начинаем выходить вот с этой прямой линии на искосок сюда уже вниз. Захватываем также основание столбиков на ноге и основание столбиков на туловище. Переходим вот сюда вверх. Теперь вот тут вверху начинаем переходить вот так наискосок пришивать. То есть отсюда захватываем вот так сюда уже наверх. То есть не идем по краешку ряда, а вот так вот наверх уходим. И вот здесь тоже вот так сюда в сторону чуть-чуть. Здесь мы стремимся вот так вот пришивать полукругом рядом вот так с выменем. Вот такую линию рисуем. А здесь, соответственно, вот так тоже рисуем линию вот такую вот. Поэтому вот теперь дальше сюда идет, а здесь вот так сюда. И еще вот так сюда теперь затягиваем эти линии, эту нитку. И дальше вот так сюда. И так продолжаем пришивать. Так, чтобы вот эта часть, которая сюда просится, прилегла бы и нога была бы вот так вот ровно пришита. И так вот я пришила эту ножку тоже. Смотрим, вот они должны быть у нас одинаково сзади смотреться. Поставили вот так вот коровку на ножке теперь. И нужно еще ей вставить проволоку и связать хвост. Ее можно было бы не вставлять, но дело в том, что вот в этом месте ноги как бы немножко слабоваты для такой большой коровы. Поэтому вот хочется все-таки вставить проволочку для надежности, чтобы она ровненько стояла. Вот. Проволоку лучше вставить синхронно, то есть вот так, чтобы из одной ноги в другую она проходила и сзади, и впереди. Это не помешает ей стоять, а усложнять этот процесс не имеет смысла нам здесь больше добавлять проволоки. Вот. Для передней части мы возьмем чуть длиннее,
А для задней можно взять чуть-чуть покороче. Вот так вот будет достаточно. Где-то замеряем. И получается у меня проволочка для задних ног. Проволочка для задних ног у меня имеет длину 24 сантиметра. А для передних ног она у меня имеет длину 34 или 35 сантиметров. И теперь заводим ту, что подлиннее, вот так сюда, чуть ниже копыта, чтобы не в переход нити не входить. Можно взять вот так вот чуть выше. Заведем вот так сюда. Проталкиваем так, чтобы она не была вот тут заметна нигде. Выходим с этой стороны тоже так же в эту ногу. Так, чтобы она не была заметна. И теперь нужно, чтобы она вышла у нас вот тут тоже чуть-чуть выше этого белого цвета. Вот так вот мы ее выводим. Теперь нужно загнуть вот тут так побольше, таким полукругом сделаем. Вот так вот захватим и такую пошире можно прям сделать ее, чтобы она кругленькая такая была. И заведем ее вот так сюда внутрь. Продолжим здесь проталкивать. А здесь она у нас войдет туда внутрь. Вот так. И заканчиваем здесь, дожимаем, чтобы она там соединилась в колечко вот так вот плотненько. С проволочкой этот кончик. Тогда он не будет у нас вылазить. До упора довели вот так сюда. И теперь здесь протолкнем еще туда вглубь. Вот так немножко, чтобы она хорошо просела там. Внутри в холофайбере. Если она туда зайдет повыше, вот тут вот так вот такой дугой, то они не так сильно будут вот сюда двигаться. То есть она упрется. Поэтому проталкиваем, если получается. Если уж не получается, ну тогда можно и не проталкивать. Вот я ее протолкнула. То, что она входит вот тут в эту ногу, это одно. Но она у нас еще входит туда в туловище. Вот этот изгиб, он ложится у нас там внутри. Вот. И теперь тоже заворачиваем вот этот кончик проволоки вот таким образом. И заводим его сюда, в копыто. После того, как оно зайдет сюда в копыто до упора, можно помочь вот так вот крючком. И дожимаем проволочку до конца туда внутрь. У меня получается кончик уже уперлась вверху, а здесь не заходит. Значит, кончик слишком длинный. Я его отрезаю, и вот он у меня зашел туда. Все. Теперь я дожимаю, чтобы здесь петля образовалась вот такая. И проталкиваем в обе ноги вот так туда вглубь проволоку, чтобы она там хорошо зафиксировалась. Все, регулируем длину ног, чтобы не растянулась одна длиннее другой, чтобы они были вот так вот одинаковые и немножечко направленные вот так вперед для устойчивости тоже. Вот так вот поставили две ножки. Вот она уже у нас надежнее стоит. Хорошо, их можно раздвинуть, либо сузить. В этом и есть вот польза проволоки, что ноги правильно стоят. В задние ноги вводим, точно так же делаем. Заводим вот так вот проволочку где-то здесь и проталкиваем через все туловище вот так вот насквозь туда. Вот так вот. Смотрим, где она выходит и помогаем ей. Вот она у меня здесь. Я направлю чуть-чуть ногу, поправлю, чтобы она направилась куда надо. Вот так вот. Вот так вышла у меня нога. Проволочка в этой ноге вот так сюда. Так это слишком тоже. Кончик здесь нужно завернуть. Вот так больше. Вот так сюда. Покороче его сделать. Черного здесь не так уж много. Направляем его туда внутрь, подталкиваем, можно подтянуть немножечко ткань крючком, здесь толкаем, а здесь тканюшку подтягиваем, вот так довели, и теперь нужно дожать, вот так до упора подтолкнули, теперь вот все, видите, нога уперлась у нас здесь. И здесь повторим то же самое. Сделаем вот такой поворот, загибчик. Развернем. И направим внутрь. Так, подтянули тканюшку и додавили
это кольцо, чтобы оно соединилось в петлю, закрылось и уже не вылазил этот кончик острый. Все, вот так вот у нас теперь, видите, можно ножки расставить, а можно их сдвинуть вот так внутрь. Если мы их сдвигаем внутрь, они у нас правильно стоят. Вот. Больше наклон в какую сторону, чтобы ноги были одинаковой длины. Смотрим, тоже подтягиваем проволоку и ставим коробку. Она стоит у нас уже теперь супер надежно. Вот так вот. Теперь нужно ей связать хвост. Хвост вяжем белого цвета. И только у нее кисточка на конце хвоста рыжая. Начнем вязать хвост снизу в петлю амигуруми. 6 столбиков провяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затянем. Проложим маркер. И вяжем теперь по одному столбику из каждой петли 6 столбиков весь ряд. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали. Теперь дальше провяжем по одному столбику из каждой петли по 6 столбиков. Давайте еще 5 рядов. Всего будет 6. Вяжем. Это второй ряд и так далее. Провязали 6 рядов по 6 столбиков в каждом ряду. Теперь 2 столбика провяжем из первой петли. 1, 2. Дальше продолжим по одному столбику из каждой петли до конца ряда. Получим 7 столбиков в этом ряду и провяжем 7 рядов по 7 столбиков в каждом ряду. Вяжем. 7 рядов я провязала по 7 столбиков в каждом ряду. Теперь снова 2 столбика провяжем из одной петли. 1, 2. Получим 8 столбиков в этом ряду, когда довяжем до конца ряда по одному столбику из каждой петли. И провяжем еще 8 рядов. По 8 столбиков в каждом ряду вяжем. Я провязала 8 рядов по 8 столбиков. А теперь мы начнем убавлять вот таким образом. Первый и второй столбик провяжем вместе. Дальше по одному столбику вяжем до конца ряда. Если вы хотите хвост наполнить холофайбером, лучше это сделать сейчас. Я не хочу его наполнять холофайбером. Он и так, мне кажется, достаточно упругим. Я проволочку тоже вставлять не планирую. Ряд до конца. Дальше. Следующий ряд опять. Первый и второй столбик провяжем вместе. Дальше по одному из каждой петли закончим ряд. Провязали. Теперь снова первый и второй столбик провяжем вместе. Дальше по одному из каждой петли закончим ряд. Еще раз первый и второй столбики провяжем вместе. И опять по одному столбику из каждой петли закончим ряд. И теперь снова один и второй провяжем вместе. И по одному из каждой петли закончим ряд. Все, закрепим нитку. Отрежем. Подлиннее отрежем, чтобы пришить. Вставим нитку в иголку. Вот такой вот у нас вверху он. Вот это низ хвоста, а это верх. Мы сделали вот такой плавный переход для того, чтобы разместить его вот тут между костяшками вот бедер этих бугров. Укладываем хвост теперь вот так вот, вот этими вот убавками как бы, ну, наверх. Может быть, вот так чуть-чуть в сторону. Именно так, чтобы плавно переход, чтобы вот эта толстая часть была бы внизу, а вот эта узкая вот тут заканчивается там, где у нас вот как бы и заканчиваются эти бугры. Заведем сюда вот так вот иголку и опустим ее вот сюда вот, где вымя. Иголку нужно взять подлиннее и опустим ее вот сюда, выведем.
между ногами, вот тут вот, где пришито вымя или нога, вот так сюда. И вот так вот подтянем до упора. Дальше сделаем вот так вот один шаг сюда внутрь и выйдем опять сюда наверх. Выйдем сюда вот посерединке, тут, где мы хвост пришивать будем. Вот так сделали. И теперь подтянем вот так, чтобы провалилось здесь поглубже вот это вот место между костяшками. Вот так подтянули. Теперь заведем иголку вот так сюда в хвост, насквозь его проденем вот отсюда. Наискосок можно вот так чуть-чуть вот сюда вверх и сбоку. Вот так выведем. Дальше опять сделаем шаг вот так сюда между этими бугорками по центру и выведем ко второй ноге, чтобы было симметрично, чтобы у нас здесь не образовался перекос. Вот так выведем его вот сюда. Ввели иголочку, вот здесь закрепляем и заодно вот как бы подтягиваем. Сильно туго затягивать не надо, чтобы совсем прям все не провалилось у нас тут. Но подтягиваем так нормально. И делаем шаг обратно и выходим снова сюда посерединке. Вот так. Чтобы здесь не было слишком такой большой ямы, явно выраженной, мы вот так подтянем чуть-чуть и вот так укладываем хвостик теперь вниз. У меня, поскольку нитка получилась коротковата, я дальше хвостик закреплю крючком. Вот тут теперь сделаем шаг вот так еще чуть-чуть ниже, дальше по ходу. Нам уже дальше прошивать не надо, мы просто закрепляем хвостик. Вот так протягиваем сюда, чтобы не торчал он вверх, мы его еще немножечко закрепим вот тут пониже. Захватим тоже вот так снизу и протянем сюда ниточку. Вот так вот пришиваем хвостик так, чтобы он мог вот так вот лечь. Вот посерединке между костяшками начинает расти хвост, и он плавно уходит туда вниз. Если нужно еще ниже, закрепим еще ниже, чтобы хвост не торчал вверх. Она у нас корова, а не веселый балованный теленок. Поэтому хвостик у нее не торчит вверх, так как вот торчит у Гаврюши. Вот так укладываем хвост вниз. Вот таким вот образом мы закрепили хвост, чтобы он у нас смотрел вот так вот вниз. И на конце хвоста теперь нужно сделать кисточку. Для этого берем коричневую нитку, нарезали ниточки, складываем вот так нитку пополам. Заводим крючок сюда в петлю амигуруми и выводим вот так в сторону. Затягиваем вот так вот одну петельку. Делаем также вторую. Опять заводим сюда в центр. Выводим рядышком. И так из центра все время петля амигуруми растянется потихоньку. Мы заводим крючок и 6 вот этих ниточек завяжем между этими 6 столбиками, которые выходят из петли амигуруми. И теперь нужно раскрутить эти ниточки, чтобы они вот разлохматились. Они, поскольку коротенькие, легко расчесываются с помощью вот этой расчески кошачьей собачьей. Вот так вот, если расчесать, они раскручиваются. Эта нитка хлопковая. Она не заостряется к низу, не вычесывается, не рвется концы. На конце, поэтому будет кисточка вот такая вот лохматая. А если не хотим, чтобы она была такая лохматая, ее можно слегка вот так вот по краям подстричь. К центру оставить больше, а с краев состричь немножко вот так вот ее, чтобы она выглядела такой закругленной.
такая вот кисточка получается. Если хотите кисточку длиннее, соответственно, нужно ниточки сделать тоже подлиннее, отрезать. Вот такая вот у нас получилась корова. Вот такая вот у нее кисточка на хвосте. Хвостик немножко вот так изогнем, чтобы оно у нас хорошо, чтобы он выглядел более естественно таким. Немножко его можно так скрутить, чтобы он себя повел вот так вот плавно. Вот такая получилась у нас корова-мурка. И если вам понравился мастер-класс, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой канал. А если нажмете на колокольчик, тогда еще будете получать сообщения всякий раз, когда новое видео появится у меня на канале. До свидания!